23 февраля в Симферополе поздравляли мужчин даже на дорогах. На Куйбышевском кольце для автолюбителей сотрудники ГИБДД организовали поздравительную акцию в честь Дня защитника Отечества. Подобного рода мероприятия от госавтоинспекции уже стали традиционными. Традиционно 23 февраля сотрудники столичной госавтоинспекции выходят на патрулирование, чтобы поздравить водителей, мужчин и участников дорожного движения, мужскую половину участников дорожного движения с Днем защитника Отечества. Хотим вам пожелать крепкого здоровья, благополучия, уюта, добра, мирного неба над головой. Хотим напомнить о том, что настоящий мужчина – это ответственный участник дорожного движения. Поэтому мы, конечно же, призываем вас соблюдать правила, заботиться о собственной безопасности, безопасности окружающих вас людей. Инспекторы останавливали водителей, чтобы поздравить с праздником, но поздравления не ограничивали словами. Мужчинам также вручали открытки, сборники правил дорожного движения и прочие приятные мелочи для хорошего настроения. Сами водители обрадовались такому жесту и по случаю праздника в ответ поздравили сотрудников МВД. Всем сотрудникам полиции, особенно мужской половине полиции, потому что сегодня все-таки мужской праздник. Желаю, чтобы всегда был мир и в семье, и на дорогах, и во всех сферах жизни. С праздником, мужики! Поздравляю! Я бы хотел поздравить всех сотрудников дорожно-транспортной инспекции с сегодняшним праздником, с 23 февраля, потому что они защищают нашу безопасность на дороге, чтобы наши жизни были в полной безопасности. Все это сейчас зависит от них. Я желаю сотрудникам полиции доблестно нести свою службу, действовать в рамках закона и, конечно же, всегда улыбаться, потому что именно от сотрудников полиции улыбок не хватает. Прекрасное расположение духа также является залогом безопасного движения на дорогах. Сотрудники госавтоинспекции убеждены, что такие акции поднимают настроение водителям и становятся стимулом к взаимовежливому и внимательному поведению на дорогах. Ведь настоящий мужчина – ответственный водитель, который заботится не только о своей безопасности, но и других участников дорожного движения. Эльвина Зарипова, Евгений Стариков, Служба новостей, ИТВ.